Я сейчас покажу видео тебе. Как сдается в плен российский военный. Ты скажешь, что ты об этом думаешь. Он еще живет. Он живой еще. Сморачивался. Вот все, он хрипит. А тридцатки хорошие. Да. Не хочу я его оставлять. Скоты. Не могу смотреть. Это ребята сдавались? Это еще живые российские военные, которые взяли в плен. Не расстреляли, убили, перерезали голову. Что ты об этом думаешь? Ну, там... Это было под Киевом. А там по-человечески просто. Тебя били здесь? Нет. Вели какие-то специальные допросы? Нет. Условия содержания? Нормальные. Может быть, что-то скажешь своим сослуживцам? Ребят, перестаньте воевать, потому что это к добру не приведет. То, что я видел здесь, то, что нам рассказывают, это все ложь и провокации против нас самих. Что можешь сказать своим сослуживцам? Это не моя война, и я не собирался воевать.